Всем привет! Сегодня я вам расскажу про еще одни награды из Фонтейна, а перед началом обязательно подпишись и поставь лайк. И как только мы набираем 160 лайков, выходит новое видео. А если ты не можешь накопить на своего любимого персонажа, то тебе поможет. Genshin Drop – самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Кудашоп. Официального партнера Genshin, с тебя UID, с них прямодемы. Выводы моментальные, ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся, ссылочка где? В описании. Ранее у нас ходили слухи о том, что серия Фонтейна именно с версиями должна закончиться версии 4.6. Но теперь, узная кое-что, мы узнали одну интересную информацию, что Фонтейн на 4.6 не закончится. А это означает, что сам патч Фонтейна будет до версии 4.8 с новой картой, ограниченной по времени, ну и, конечно же, наградами. А еще сегодня проходит стрим разработчиков, на котором мы увидим новые рераны персонажей, а также самих новых персонажей. Так что обязательно подписывайся на Telegram, чтобы узнавать все промокоды, все новости, всю актуальную информацию про Genshin. Ну и, конечно же, там проходит конкурс, так что ссылка в описании. А если я получу какие-нибудь дополнительные сведения по поводу предстоящих баннеров, я тебе обязательно об этом дам знать. Так что не забудь подписаться и напиши в комментариях, что ты думаешь, завершится ли Фонтейн в 4.8. Поставь лайк этому видео, ведь я старался.